Я? Да ты, на, колода, чувак, что ты начинаешь? Ну ладно, давай, покажу тебе фокус. Например, вот это вот. Смотри внимательно, тройка пи... Да-да, я смотрю внимательно, давай, удиви меня чем-то. Я дал тебе свою колоду, что ты мне покажешь? Давай. Смотри, тройка пик, да? Смотри внимательно, берем. Семь черри. Это шейк-ченч, я видел обучение на ютубе, там вообще легкая сменка. Ты мне ее показал, ты думаешь, ты меня этим удивил? Ты меня этим не удивил, чувак, дай мои карты обратно. Ну, это же классная сменка, ее все показывают. Ну ладно, на тебе свою колоду. На. Нашел, блин, фокусника. Shake Change не будет показывать сейчас 21 век, ты чего? Shake Change показывать в 21 веке? Да, чувак, все, хватит мне показывать, я понял. С тебя еще тот фокусник. Ничего не надо показывать, иди давай. Иди гуляй. Что это такое? Ты видел? Показал. Итак, ребят, что у вас не было таких ситуаций, что вы всегда показывали фокусы, которые на самом деле удивляют, что вы не показывали застарелые фокусы, те фокусы, которые уже знают все. Смотрите мои видео. У меня всегда выходят только качественные, классные, крутые фокусы. И сегодня я вас обучу нереально крутой сменке, которая уже сейчас залетает к вам в арсенал. Потому что она чистая, она эффектная, она непонятная. И ее на самом деле можно показывать и нужно показывать людям. Потому что люди такого еще не видели. Это просто 21 век продакшн. Это просто что-то новое в сменках. Такого еще не было. Это мне буквально недавно пришла такая идея сделать такую сменку. Погнали обучаться. Итак, ребята, вот и обучение на действительно очень шикарную сменку с картами. Я уверен, прямо сейчас вы уже поставили лайк и написали комментарий о том, насколько это шикарная сменка. И что вы уже готовы обучиться и прямо сейчас побежать показывать своему зеркалу. Ну, мы погнали обучаться. Итак, ребят, для этого фокуса, для этой сменки. Почему это фокус? Потому что для зрителя любой какой-нибудь непонятный процесс с картами – это фокус. То есть сменка, подмена, там, не знаю, пас. Любое действие – это фокус. Поэтому, допустим, будем говорить, что это фокус. А для этой общей сменки вам необходимы две карты. Ну, как бы это логично, что одна карта меняется на другую. И эти карты должны быть контрастные. То есть двойка пик и тройка черри. Потому что если вы сделаете, допустим, вот такую вот сменку, бум-бурум-бум-бум-бурум-бум-бум. Допустим, вот, 7 буби и 7 черви. Это будет, ну, как бы, да, карты поменяются, но это будет не визуально, никто ничего не поймет. Поэтому желательно показывать сменки. Поэтому желательно, когда вы показываете сменки, подготовьте себе две контрастные карты. Окей. Что мы делаем? Подводим к зрителю и говорим, смотри, у меня есть карта, это будет тройка черви. И вы именно не просто вот так вот ее переворачиваете, да? Вы именно берете ее и вот так вот ее прокручиваете. Это очень важно. Вы должны здесь максимально показать, что это одна карта. То есть вот раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три, четыре. По сути, вы берете эту карту. То есть вот вы ее берете. Далее здесь вот так вот ее прокручиваете. Далее прокручиваете ее дальше. И вот так вот переворачиваете. Все. Это первый этап. Далее вы берете вашу карту вот таким вот образом, то есть вот, бум. И показываете зрителю, что типа это одна карта, здесь больше ничего нет. То есть вот, оп, оп. Думаю, это тоже понятно. И далее, в момент, когда вы поднимаете эту карту, ваша задача, когда вы показали, здесь ничего нет, то когда вы опускаете карту вот так, ваша задача прикрыть вот эту вот часть колоды картой. То есть вот, вы прикрываете там, где у вас мизинчик, и вот эту верхнюю карту, вы вот так вот ее медленно показываю, забираете. То есть вот, подняли, бум-бум. Все, карта уже на таком положении. Далее мы эту карту, бум, карта, видите, здесь ушла. Еще раз. Прикрыли, карта ушла. И далее эту карту мы прислоняем к нашему телу, то есть к нашей кофте в данный момент. То есть вот, и придерживаем ее рукой. То есть вот этой вот частью. Вот. Вот так вот.
Но я думаю, это пока что понятно. Но этого зритель не видит. Для зрителя выглядит такая вот ситуация. И дальше вы просто делаете уже вот такую вот сменку. Сейчас я вам более подробно расскажу. Забираем эту карту, упираем ее в тело. Здесь эту карту мы кладем, а здесь мы придерживаем эту карту вот так вот рукой. Для зрителя этого не видно. И далее мы уже вот так вот на эту карту накрываем нашей двоечкой. Вот карта, мы ее прикрываем и накрываем. То есть, по сути, мы эту карту, вот, допустим, когда у нас здесь, мы ее кладем, она у нас в таком положении, да? И мы ее сразу же вот так вот просто задвигаем и подравниваем. То есть, по сути, у вас здесь не будет, например, такой ситуации, допустим, когда вы делаете, знаете, вот Bertram Change, да, когда вы ее делаете, и у вас карта, допустим, вот так вот, да, осталась. Здесь такого никак не получится, потому что вы в априори делаете подравнивание одну, как бы, сразу же. То есть у вас не может такого получиться. Давайте еще раз вам покажу. Вот. Пятерочка, бум. И мы накрываем и сразу же подравниваем. То есть, по сути, здесь нереально спалиться. Поэтому, ребят, ставьте лайки,